Это я, ваш друган Эдди Вонг. Зацените, мне 11, и мы переезжаем из столицы в Орландо. Это папа. Ему все в Америке нравится. Он купился на американскую мечту. Не понимаю, зачем переезжать? Папа захотел себе ковбойский ресторан. Это стейкхаус Пастушья Ранчо. И я полюбил его как дочь, который должен был стать Эван. Поэтому мы бросили родных и друзей. Именно. Поэтому мы бросили все и едем туда, где никого не знаем и где влажность испортит мне прическу. Это мама. Американская мечта папы была для нее кошмаром. Где все клиенты? Здесь почти никого нет. А за тем столиком пьют только воду. Эй, вы чего пиво не пьете? А я мечтал о том, чтобы быть как все. Почему на всех твоих майках черные мужики? Это нотариус Биг. Нравится Биг, а то садись с нами. Фу, это что? Китайское блюдо. Убери эту мерзость, и Мин жрет червяков. Мне нужен обед для белых. Продукты для всех. Какой эмоциональный магазин. Если потеряешься, найди белую семью. Так ты будешь в безопасности, пока я тебя не найду. Как я скучаю по китайским рынкам в Вашингтоне. Они меня успокаивали. Попробуйте? Бесплатно. Бесплатно? Ладно. Смотрите на ABC. Мы снимаем рекламный ролик. Ослик готов к съемкам. Ты только и думаешь о своем ресторане. Ты говорил, он приносит деньги. Он не приносит деньги. Я переживаю за деньги и свою прическу. Посмотри на мои волосы. Они ужасные. Новая семейная комедия. И не хочу здесь оставаться. Слишком поздно, так что думай о хорошем. Думаешь, мне нравится делать вид, будто Саманта не таскает с собой пакет с собачьим дерьмом? Нет, не нравится. Все видят, как какашки там перекатываются. По мотивам мемуаров шеф-повара Эдди Вонга. Теперь ты в отстое. Ну уж нет. Ну уж да, узкоглазый. Ваш сын выдал поток таких ругательств, каких я ни разу не слышал, а я вырос в Бостоне. История об американской мечте одной семьи. Благодаря нашему переезду мы все станем сильнее. Отстраните нашего сына, и мы подадим в суд на всех в этой школе. Простите? Как в Америке принято, да? Вы-то в курсе. Трудности ассимиляции. Ой, вот. Возьмите купончик. А, да. Ресторан называется «Пастушья Ранчо». Акция. Бесплатные луковые кольца с любым горячим блюдом, если купите напиток.